Новая зона отдыха в Химках. В Новогорске открыли сквер «Олимп». На 2500 квадратных метров раскинул зеленая зона с лавочками, детской площадкой и велодорожками. Оценить работу приехал глава городского округа Дмитрий Волошин. Эти территории, которые не благоустроены, или это просто обычная полоса асфальта, по которой ходили люди, наша задача превращать их в места притяжения, чтобы по этим улицам и по этим дорожкам людям было приятно ходить. Вот с этой задачей мы успешно справляемся, и сейчас вот таких небольших локаций мы сделали уже больше 10. Мы на этом не будем останавливаться, у нас есть планы. И в этом году будут сданы еще несколько зон и запланированы на 2019 год. Концепция парка отражает путь человека от детства к первым спортивным победам. Венчает все олимпийская стела. Особое внимание при проектировании уделили проблеме чистоты зеленой зоны. У нас все рабочие поверхности выше уровня грунта. У нас есть буферные зоны, которые выложены гранитной крошкой, которые предотвращают занос грунта на рабочие поверхности. Поэтому, во-первых, сквер получился необычным, красивым, во-вторых, он наверняка всегда будет чистым. Сквер уже успели оценить первые посетители. Мне очень нравится этот парк, тут очень весело и можно всей семьей погулять. Здесь много растений, есть горки, можно покататься на велосипеде. Всего за последние 5 лет в Химках было благоустроено 24 зоны отдыха. Сквер «Олимп» станет еще одним местом для прогулок жителей всех возрастов. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.